Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году в нашей стране вдвое выросло число попыток мошенничества в сфере ОСАГО. Чаще всего, по данным газеты РУ, страховщики сталкиваются с инсценировкой ДТП и фальсификацией результатов технической экспертизы. Причем злоумышленники совершенствуются. Результаты их деятельности выглядят все более реалистично. К тому же страховщики предупреждают, участниками мошеннических схем могут стать и вполне добросовестные автовладельцы. Трасса 101. Разрешат или не разрешат полицейским вскрывать любые автомобили без какой-либо материальной ответственности с их стороны? Нашумевший в конце прошлого года законопроект Госдума готовится рассмотреть во втором ключевом чтении. Кстати, пункт о том, что стражи порядка не обязаны возмещать причиненный вскрытием ущерб, из него убрали. Основания остались те же. Угроза жизни, возможность теракта, поиск оружия и наркотиков, массовые беспорядки. Трасса 101. Подготовить автомобиль к холодному периоду в этом году стало дороже на 20%, подсчитали в одном из крупнейших российских банков. Аналитики включили в зимний набор резину, переобувку, щетку, канистру незамерзайки, буксировочный трос и лопату. Получилось в среднем около 21 тысячи рублей. Если исключить из списка шины, то выйдет порядка 4 тысяч, плюс 15% в сравнении с прошлым годом. Трасса 101. Система экстренного реагирования при авариях станет обязательной и для новых мотоциклов. Сроки пока не озвучиваются, но технически для этого все готово. Модуль «Эроглонас» для двухколесного транспорта показали чиновникам. По предварительным подсчетам, его установка прибавит к стоимости байков 25 тысяч рублей. Понятно, что власти заботятся о здоровье и жизнях мотоциклистов, но надо одновременно и понимать, что в авариях с их участием тем спасать зачастую некого. Трасса 101. Машины в России, конечно, угоняются, но чтобы такой экземпляр. В Тихвине Ленинградской области неизвестные умыкнули мобильный пункт вакцинации на базе газона Next. Автомобиль большой, приметный, оснащен модулем, благодаря которому его можно отследить. Но, увы, его местонахождение полиция определить не может. Пользователи соцсетей шутят, что попросту кто-то из авторитетов решил привить братву. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.